может ли быть над нами проклятие? И можно ли от него избавиться, если это так? И говорить мы будем с вами о крестном пути нашего Господа. Да, уже состоялся суд, и мы говорили в прошлый раз о том, сколько Иисусу пришлось претерпеть вот этих судов и во дворе первосвященника, и в конце концов на судилище Пилата. И вот там разъяренная толпа, вот этот вот такой состав такой вот народа, что там не было ни одного сочувствующего. Вот чем было там страшно находиться. То есть Господу Иисусу Христу, вот в той огромной толпе, которая там была, никто не сочувствовал. Ну да. Хотя он уже был избит показательно. Пилат, может быть, этим пытался вызвать жалость у людей, чтобы вот, смотрите, вот кого вы судите,